Вот на, этом, на этой машине именно, да? Это дядя, это вот на УАЗах ездим, это на дяде, на сафари ездим. Мы этого дядю там вот видели, стоит. Вот, еще да. Думали, это просто может, реклама. Нет, нет, а как же, вот они ездят, сафари ездят. Вот, вот сейчас дядя, видели. Вот видите, ездят, все наши ездят. У меня противник, давай. Да ну что, да, ну. У нас очень аккуратные люди. И ни номеров не надо, да, ничего. Я вообще тоже думаю, что это УАЗик. Ну да, точно. Просто рама сварена, да? Нифига себе. А может и не УАЗик. Ты его знаешь, кто ты. Ну хотя, рама-то вон он у вас. По раме УАЗик, да? Это уже такая наваренная конструкция. Я тебя обманул, говорю, номера нету. Есть номер, вот он, как положено. Только я спереди его почему-то не увидел. А может он ниже, он находится, это стоит он. Нет, нету номера. Дядя. Вот тебе дядя.